Ребят, короче, я тут решил вам немножко похвастать своими запасами. В общем, вот, что получилось. Ездил долго без резины и мудохался из-за того, что сзади стоят полуслики, спереди дубовая резина, это все увидели уже, как все происходило. Я ждал каких-то там гонок, но судьба распорядилась так, что я просто, просто заболел и решил никуда не ехать, себе не добавлять. Потому видос долго не выходил, а вообще хотел, конечно, записать какое-то нормальное видео, где будут красочные заезды какие-то с какими-то интересными автомобилями. Ну, я решил не бежать, так сказать, впереди поезда, немножко подождать, когда уже выздоровею, когда и машину немножко подготовлю. Ну и для меня последним аргументом в пользу того, чтобы не ехать, стало то, что было очень холодно тогда, то есть реально где-то плюс 5 было на улице. А для монопривода, для заднего привода, даже на полусликах, один фиг она все равно не зацепилась бы. И это было бы мне в минус. Потому я принял такое решение. Ну, таким вот образом все сложилось, что я купил резину, потом, как говорится, не имей 100 рублей, имей 100 друзей, мне друг подогнал. Вот, пожалуйста, комплект резины, все наспил. Вот, Андрюха, большое тебе спасибо, если смотришь. Я вот сейчас колебаюсь, какую ставить резину на передок. Тут, в общем-то, есть такой свежий Мишлен, но вот немножечко он подстерт. И есть более старая резина Тойо. Ну, посмотрим, я все-таки склоняюсь к Мишлену. Все-таки более свежая резина, и на ней меньше повреждений, пойдут на передок. Те, что спереди сейчас стоят колеса, я их поставлю на жопу. Они более скользкие, более старые. Ну, чтобы машине было все-таки легче. Потому как, ребят, даже в дождь все равно машина цеплялась очень сильно за асфальт. И, ничего из этого интересного не получалось. Ну, а я-то знаю, что резину какую надо ставить узкую. Да и вообще нужно ставить даже не 235-ю, которая у меня сейчас. Нужно ставить 225-ю или 205-ю, чтобы нормально ехать там на второй, на третьей передаче, как это делают известные видеоблогеры. Ну, мы начинаем с 235-й и пойдем дальше. Все-таки момента у машины достаточно много, и она поедет нормально. Даже на полусликах 255-х она едет боком, хоть и с трудом, но едет. Давайте немножко коротко пройдемся по машине, что я не доделал.
после выезда. А конкретно я наклеил лип-спойлер, то есть вот он на месте, все в порядке уже. По поводу оптики. Многие делали замечания, что поворотник уже все, тю-тю, полировать фары надо. Ребят, я эти фары, ну фонари, я их уже полировал. Они были в таком ужасном состоянии. Я хотел заснять отдельное вообще видео, типа туториал по тому, как восстановить фонари. Они были уже покоцаны, очень был пластик, облезший был лак. И я это все дело сполировал и нанес лак сверху. То есть они свежепалаченные даже. Вот. Просто поворотник, он, к сожалению, уже помутнел от времени, скорее всего. Он уже изнутри помутнел прямо, потому ну, его не спасла эта полировка. Но вот красные сектора, ну, там, где стопаки и габариты, там все нормально, как бы. Ну и вот таким вот образом я решил проблему, просто затонировал верхнюю, ну, грубо говоря, область поворотника, и, ну, все в порядке должно быть теперь, по идее. Ну, как по мне, смотрится вообще отлично. Я фонари старые возвращать и никакого желания не имею, потому буду ездить на этих. Тем более, они диодные. Также я поставил, наконец-то, такие высокоскоростные форсунки газовые. Что это дало? Это дало нормальную езду на газу. То есть машина теперь очень хорошо прет на газу. Ну, как бы я все равно не играю с этим, я... Езжу в основном, когда дубашу, ну, когда гоняю, езжу на бензине, естественно. Ну, а это так, чисто в городе, если хочется резко надавить, резко газу поддать, и, ну, чтобы не ждать переключения на бензин, например, и нужно вот где-то резко в потоке раз и ускориться быстро, либо, ну, обогнать, либо еще что-то сделать, какой-то маневр, то на газу теперь нормально это все можно делать. Кстати, может быть, кого-то интересует, как вообще их переставлял. Ну, ничего там сложного. На самом деле нет. То есть, по сути, это самая обыкновенная замена форсунок. Старые форсунки вытянули, то есть отсоединил от патрубок просто. Вставил новые форсунки, подключил 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 по цилиндрам. И просто в программе прописываются новые форсунки. То есть там, ну, все очень просто. Если у вас есть кабель, кабель покупается, он стоит недорого, там, к любому оборудованию. Вот, специальная программа под ваш блок управления газом. И просто выставляется тип форсунок. Вот у меня, например, там, ну, примерно 2 Ома сопротивления, 2-омные форсунки, я их выставляю, делаю самую обыкновенную автокоррекцию. Автокоррекция делает, ну, она поочередно отключает бензиновые форсунки и подгоняет время открытия форсунок под бензиновые, газовые подгоняет. Вот, таким образом получается, что она выставляет по времени открытия форсунок на холостом, она выставляет полностью практически всю карту. Ну, немножко вслепую, но тем не менее это все работает. Да и вообще, просто как происходит настройка ГБО. Просто смотрится время открытия бензиновых форсунок, и точно так же выставляется коррекция по газовым форсункам, то есть выставляется время открытия газовых форсунок. И в этом основное отличие самых обычных вот таких вот форсунок, которые у меня стояли, и которые вы видели в прошлом видео на 540 E34, от высокоскоростных форсунок. Именно в том, что высокоскоростные форсунки можно реально подогнать по времени открытия, именно под бензиновые форсунки. А те форсунки старого образца такие, они физически не могут подогнаться, то есть они не могут так быстро впрыскивать топливо. И потому динамика хуже и расход хуже, естественно. И отсюда ноги растут всяких легенд, что газ это говно. Вот, то есть просто нужно качественное, хорошее оборудование. И самое главное форсунки. Форсунки это ключевой момент на газу. Ну, вот, пожалуй, на этом все. Такое короткое видео, чтобы вы были просто в курсе дела, что я никуда не пропал. Машиной я занимаюсь, резиной тарюсь. Вот, будем переобуваться, и в эту пятницу, я надеюсь, будет очень интересно, погода будет хорошая, будет сухо, не будет дождя, и будем восполнять потерянный скилл, потому как я по себе заметил, что я очень-очень все растерял с этими годами. Я раньше, на самом деле, как только купил BMW в 2012 году, это была слабенькая E30, и я на ней просто сходил с ума. Я в каждом повороте я катался боком. Ну, и моложе тогда был, как-то мне это было интереснее, и на свободном редукторе, на слабом моторе, но на узкой резине, и скилл у меня набивался просто в геометрической прогрессии, потому как я каждый день катался боком в поворотах именно в стриту. Тогда еще не было такого, как на Ютубе сейчас это распространено, я на самом деле очень жалею, что тогда, ну, не снимал этого всего. My dough.
бы очень интересно, на самом деле. В то время это, ну, было бы круто. И я жалею реально. Ну, ничего, что не делается, то к лучшему, как говорится. Но все равно я чувствую по себе, что нужно набивать скилл, нужно кататься потихоньку, без перерывов. И в этот раз уже все записывать на камеру. Потому подписывайтесь на канал. Такого на Ютубе однозначно нету. Пятерка, 39-ка, 4.4 на механике, редуктор с блокировкой. Дофига момента, бомбезный звук мотора. И все это будет еще и очень красиво ехать боком. И по прямой в том числе. Так что до новых встреч. Всем пока.